Османный суд столицы санкционировал сегодня заочный арест грузинского политика Гиви Таргамадзе, который обвиняется по делу о приготовлении массовых беспорядков. Соответствующее решение направлено в органы дознания для организации его международного розыска, ареста и выдачи. Об этом заявили в Следственном комитете. Ранее представитель СКР в Басманном суде подтвердил, что причастность Таргамадзе к противоправной деятельности установлена экспертизой, допросами свидетелей и результатами оперативно-розыскных мероприятий. Добавлю, что заочное обвинение Таргамадзе, которое скрывается в Грузии, были предъявлены 15 февраля. Кроме него, по делу о приготовлении массовых беспорядков проходит координатор Левого фронта Сергей Удальцов, его помощник Константин Лебедев, а также помощник депутата Госдумы Леонид Развожаев.